проанализировали опыт прошлых лет и исправили ошибки. С этого сезона в Сургуте чистить улицы от снега будут по-другому. Как рассказал директор ответственного ведомства, теперь подрядчики не зависят от графика выхода техники. Оценка работы специалистов будет складываться, исходя из чистоты проезжей части, тротуаров и внутриквартальных проездов. Руководитель дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Валерий Хаджаев отметил, что новый подход к содержанию магистралей в зимний период был заимствован у соседних муниципалитетов. Они ушли уже несколько лет назад, они ушли от той практики, которая сложилась практически везде во всем ХМАО. Именно практика количества уборок. Да? То есть вот если бы мы с вами сейчас работали в рамках прежнего контракта, сейчас на улице снега нет, но машина, согласно требованию, должна будет сейчас проходить. Возникает вопрос, зачем? А завтра, может быть, у нас с вами снегопад пойдет. А подрядчики сказали бы, так мы вчера прошли, согласно графика. А сегодня графика нет, мы не проходим. Поэтому мы и подсмотрели этот опыт других городов, в частности, Тюмень, Екатеринбург. Основные работы подрядчики уже по традиции выполняют ночью. Интенсивность движения в это время суток меньше, результат лучше, говорят специалисты. Так, со 2 на 3 ноября на улицах Сургута работали 35 единиц спецтехники предприятия «Дорремтех». Сотрудники компании отметили, что в случае необходимости у них есть возможность привлекать другие организации и выводить на магистрали Сургута дополнительные машины для уборки снега. На зимнем содержании у нас задействовано около 60 единиц техники, это именно по зимнему. У нас еще заключены договора на перевозку снега, то есть мы можем привлекать еще до 7 самосвалов две смены, то есть получается 14 единиц еще. И также погрузчики, у нас есть заключенный договор, то есть если снега будет много, мы можем дополнительно привлекать, то есть кроме своей организации, еще подряд на организации.